УАЗ Патриот – детище Ульяновского автозавода, выпускающийся с августа 2005 года. Он отлично зарекомендовал себя как автомобиль на все случаи жизни. На нем можно и в город съездить, и на суровое внедорожье. Предшественником этого автомобиля был УАЗ-3162 «Симбир», и по сути Патриот является его глубоко модернизированной версией. Данный экземпляр датируется 2013 модельным годом, то есть после сильного рестайлинга, который в своей основе коснулся салона машины и устранению различных косяков. И вправду, многие недостатки ушли, но не все. К примеру, остались все те же забывания раздатки и мостов. Обновленный салон меня порадовал. В особенности новая торпеда и мягкий на ощупь пластик. Причем кабина очень просторная, как для впереди сидящих, так и для задних пассажиров. Также в этом авто можно похвалить его простой, неприхотливый и довольно тяговитый мотор, который позволяет ему вести себя уверенно в скоростном потоке. Но все же мы любим наши УАЗики не за комфорт и изящество, а за их незатейливость и первобытность, которые им, с одной стороны, мешают при езде в большой деревне, а с другой помогают, когда вырываешься за ее пределы. Патриот, попадая на бездорожье, ведет себя как рыба в воде, и складывается такое впечатление, что он единственный автомобиль, которому грязь к лицу. В заключение хочу сказать, что данная машина, несмотря на всю свою внешнюю брутальность, требует ухода и хорошего к себе отношения. Тогда она будет служить вам верой и правдой. Ах да, данное видео было снято специально для конкурса на сайте zinkevich.ru.